И ты посмотри, что за клоун в кадре в натуре. А, подожди, это ж мое лицо. А если так, Чпонькс, здорово. С тобой, как обычно, Паша Клейнс. Матрешечка, пятый сервачок. Я, как обычно, здесь, собственно говоря, выживаю. Ну как обычно. Достаточно давно не выходили видосы. Это небольшая проблема. Ну как, это вообще большая проблема для канала, для меня тоже. Но тем не менее, я сейчас еще и как бы работку, да, нашел. Потому что, ну камон, ты же видишь просмотры, прочее, пятое, десятое. Понятное дело, что шибко много из этого не вывести. Но я постараюсь это дело совмещать. Итак, как попасть в матрешку Ролиплей? На самом деле все очень просто. Можешь там в Google Маркете найти или в Apple Store там. Ну, короче, как хочешь. Или вот так. И, как обычно, небольшой гадик о том, как найти ссылочку. Ты просто-напросто берешь, заходишь на мой канал, дальше ты нажимаешь на ссылочки все и находишь нужную тебе ссылочку. Такие вот дела. А в закрепе тебя ждет секретненький промокодик, который тебе даст бесплатно тачечку. Держу тоже в курсе. Ну что же, ты все посмотрел, ты молодец, теперь ты все знаешь, ты еще можешь сделать вот так вот, знаешь, типа вот так вот хлоп, пишешь вот такое вот. У меня, кстати, смотри, 27 лямов, 28 лямов на банке, нормально. Короче, что мы сегодня с тобой сделаем? У меня в инвентаре есть величайшее просто количество кейсов Купидона. 2 марта записываю эту историю, я очень сильно молодец, да. Я бы хотел их сегодня, собственно говоря, пооткрывать. Ну, а с тебя, как обычно, лайкосик, подписочка и вся вот эта вот суета, да. Так, ну, поехали. Понятное дело, что, скорее всего, я и до Казика схожу, но мы сейчас посмотрим, на сколько времени затянется вот эта история. Так, ладно, поехали, кейс Купидона, открываем. А, ну, кстати, уже доступно для открытия 25 штук. Очень надеюсь, что что-то приколдесное все-таки здесь выпадет. Было бы вообще супер. Наушники розовые. Ну, прикольно. До кого я их нацеплю, только вопрос. Смотри, Барби опять. У меня вообще-то есть уже Барби. Ну, ладно. А у кого-то нету, видишь, какая история. Они просто были в наборчике. Я вижу, что здесь очень много сердечек. Я так понимаю, что квестик есть, который я, конечно, что сделал правильно? Пропустил. Потому что работа у Федота, прочее. На самом деле, очень было много всяких моментов, да? О, кстати, там еще и тачки есть, и всякие прикольные. 180 сердечек. Мне нужно обязательно сходить и посмотреть, что я смогу вырубить за эти сердечки. Скорее всего, к слову, никуда идти не придется. Это все есть вот в этом вот углу, который ты не видишь, потому что я вижу мышку, а ты нет. Я понял. Шиза, знаешь, я типа что-то вижу, ты не видишь. Нормальная история. Так, ладно, давай глянем. Очки, вот эти вот сердечки. Ну, прикольно, в принципе. Но, опять же, посмотрим, может, что-то еще более приколдесное выпадет. Но не так уж. О, 225 сердечек. Нормальное количество сердечек, к слову-то говоря. Мы рубим с тобой дальше эти кейсики и смотрим. Я, кстати, вижу, что это, по-моему, Ева Элфи, да, у нас наша великолепнейшая вот эта вот, которая поедает сердечки и не только молодежи. Блин, а я так уже могу, интересно, говорить, типа, молодежь, типа... Так, 180 сердечек, неплохо. На самом деле, потихонечку, понемножечку идем. Это достаточно неплохая такая вот история. Быть может, что-то реально приколдесное отсюда и выпадет. Но фиг его знает. Сейчас еще мы посмотрим, сколько у меня денег на балансе. У меня, по-моему, было 138 вот этих вот матрешка коинов. Мать коины. Так, ладно, давай посмотрим. Мать коины, это у нас в этом самом, в монополии, на самом деле, с пацанами, когда играем. Так, давай, следующий у нас кейсик, остается 15 штучек для открытия, и может что-то получится рубануть опять. Ну, блин, эти уже были очечи на самом деле. Вырубаем дальше и смотрим. Блин, вот была бы такая функция, что можно было бы продать аксессуар в ГОС. Ну, типа, было бы очень даже хорошо. Но нет, увы, ах, так это не работает. Так, ладно, открываем следующий кейсик. Остается 13 штук, счастливое число для кого-то. Так, 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 так. И что у нас здесь? 225 сердечек. На самом деле, по сердечкам уже очень даже хорошо попадало из вот этих вот кейсиков. И это очень приличная история. Быть может, что-то еще сейчас попадает и будет вообще супер. 75 сердечек. Я очень надеюсь, что вот эти сердечки, их можно обменять на что-то стоящее, да? Стоящее хороших денег в будущем. Типа продать потом еще что-то. Розовые очки, кстати, прикольно, да. Почему бы и да. Учитывая, что у меня там Райан Гослинг, короче, в качестве персонажа. Ему эти очечки, короче, надеть, и это все. Считай, приехали. 150 сердечек, нормально. Остается всего лишь 9 кейсов. То есть оставалось 10, уже 9. Внезапно было вообще 25, так-то на секундочку. И что же нам падает из 9-го? Ну, в принципе. Ну, это не 9-й, как бы, а какой-то, не знаю, там... 18-й, 17-й кейс. Так, ладно, остается 8 штук. Это 8-й из вот этих вот 8 штук. С конца, понятное дело. Так, и что у нас здесь будет? Купидон на плеч. Это прикольная тема, кстати говоря. Мне нравится. Давай дальше.
У меня сейчас у персонажа, по-моему, сумка с деньгами сзади, короче, и вот эта маска клоуна. Я пока что не разобрался, как ее снять, но, по-моему, это очень легко делается. Типа, ты команду вводишь какую-то, но какую, я уже не помню, если честно, потому что я обычно не занимаюсь, знаешь, вот этими вещами, типа, найдите аксессуар, снять аксессуар. Так ладно, остается всего лишь 5 штучек, 5 кейсиков. Быть может, что-то получится прекрасное вырубить. Прекрасное. О, там, кстати, прикольный был рюкзак. И прикольный скинчик, но по скинчикам пока что немножечко отмена, так сказать. Ну, быть может, и не будет, а отмена будет вообще все прекрасно и великолепно. У нас остается 60. Какой же? 3 кейса остается, и 60 сердечек мы выбили. Чего у меня там остается-то? Мозгов не осталось. Все, волосы ушло, понял? Так, ладно, и что у нас здесь? 105 сердечек. 105 сердечек, ну, нормальная такая и история. К слову, для новичков, да, на канале, или, в принципе, для тех, кто задается вопросом, зачем мне вся вот эта вот мотня, да, сзади. Дело в том, что есть вероятность, что я облысею в течение нескольких следующих лет, и лучше сейчас, типа, я вот решил, ну, типа, с длинными волосами хотя бы разочек, так сказать, в жизни походить. 270 сердечек, это у нас из последнего кейса выпало, ну и все, и мы приехали с тобой. Теперь давай мы с тобой, это что за смс-ка какая-то? Оповещение, может, какое-то или что? Что это было? Сообщение. Говнис! Мы можем встретиться, можно в ролик. Броу, здорово, вы тут. Ведь тут все равно не играю. Делать при... Это что у нас такое? Интересно. А, ну это да, это типа мне типуля касаемо Казика писал, что типа привет, давно смотрю, я пошел туда, хотя играю, поднял 14к, здорово, братик, только не заигрывайся. Завтра я продаю бизнес, хотел бы тебе подарок сделать. Ну блин, это было очень давно, я думаю, что не актуально, скорее всего, но тем не менее. К слову говоря, если ты хочешь мне писать какие-то месседжи, еще что-то, почему бы и нет, то смотри, я сейчас как сделаю. Так, мой айдишник сейчас 510, я сейчас вот так вот, пас 510. И вот, собственно говоря, мой номер телефона. Можешь писать смс-ки, может, я что-то позачитываю, посмотрим. Но это все, скорее всего, будет выборочно, потому что, мало ли что, возраст 18, мне 29, если честно, а? Бездомный. Зачем я вот это все покупал? Вопрос, конечно, очень интересный. Ну, типа, хата там, гараж. Так, ладно, у меня 138 рублей. Великолепная просто сумма. Это что такое? Это как вообще? Это типа 25 я покупаю и покупаю, ну, в смысле, получаю 100 вот этих вот мать коинов. Ну ладно, матрешка коинов. Но так, у меня 100 рублей, соответственно, можно глянуть. О, успешный кейс. Успех — это про меня, товарищи. Поехали. Специальный ивентовый кейс в инвентаре находится. Давай посмотрим, что из него можно вырубить. А, но перед этим я бы еще зашел сюда и посмотрел бы, что здесь по вот этим вот историям. Задание, магазин. Так, ну, это снежинки. Снежинки — это одно, а мне нужно немножечко другое. У нас тут, как ты видишь, есть пасик, причем конкретненький. Где он? Вот он. Battle Pass. Что у нас в этом Battle Pass? По-моему, что-то подобное уже было. Хоккей Спарта. Возможно, что я бы уже покупал его. Просто видишь, уже практически месяц прошел с последнего ролика по матрешечке ролеплей. И как ты видишь... Ну, слушай, ну у меня этого нет, как я вижу, да, как бы на секундочку. Соответственно, быть может, можно было бы его и взять. Чисто так обзорчик, знаешь, замутить. Вот она, Mazda RX-7. Ну, слушай, неплохо, прикольно, наверное. Но вот эти снежинки, вот что я за них купить могу? Мне вот что не нравится, да? Мне не нравится, что вот эти автомобили эксклюзивные. Они стоят очень маленьких денег, если их в госку сливать. Если бы они побольше стоили, то было бы вообще прекрасно. А так считай, ну, типа, это эксклюзив, да, прикольно. Ну и все, собственно. Что я могу купить за снежинки? Ну, вот этот доджик. Уникальный винил. Ну, винил, если честно, не так сильно интересует. Так, вот это вот Бэха, собственно говоря. Аус. Подожди, Б, М. А, ну нет, нет. Все-таки другое. Кодиак, Ачрон вот этот вот. Короче, есть тут очень прикольные темки. Особенно Rolls-Royce Cullinan. Нифига себе, нормальная такая история. Ну и скинчики. На самом деле, я бы скинчик, возможно, обновил. Но, как ты видишь, у меня снежинок 0. Соответственно, ничего у меня вот этого не было. Все понятно. Но у меня сейчас другой вопрос. У меня сейчас есть вот эти сердечки. Что я с ними могу сделать на сегодня? Скорее всего, ничего. Давай GPS так вот напишу. Посмотрю, так, аренда мопеда, прочее, 50-е, общественные места. Ну, скорее всего, да, я уже ничего с ними не смогу сделать. Но, по крайней мере, они у меня имеются. Это неплохо, что я могу сказать. К сожалению, не очень своевременное было открытие этих кейсов. Вот это я, кстати, бы и использовал на самом деле. О, все, вот сюда вот мы его и посадим. Вообще супер, великолепно. Посмотри, что за сборная солянка вообще. Класс. О, еще что ли одно сообщение? Захуй! Понятно, все, спасибо. Ты прав. Сейчас я напишу, ты прав. Почему? Ты прав. Че? Оп. Отправить, отправить.
Все, великолепно, просто спасибо, класс. Что я хочу сделать дальше? Так как я сейчас, скорее всего, не смогу с этими сердечками ничего сделать. Часть я уже сделал, вон ты видишь, у меня тут вон микроконтентик на плече. Давай я бы сходил в казик. Типа, почему бы и нет, у меня сейчас 7 лямов есть. Очень быстренько лямчик поднять. Если получится, конечно, было бы очень даже хорошо. Быстрее, о, спасибо. Самый ближайший был, конечно же, этот казик, поэтому я зайду непосредственно сюда. Так, бежим туда-сюда, смотрим, что у нас здесь. У нас здесь вообще чуть-чуть голяк. Ну, понятное дело, время 11 утра по московскому времени, сейчас никого и не будет, собственно. Ну и что? Вот эту вот историю вот так вот делаем. Это, ну, чисто, знаешь, для разгончика, так сказать. Просто для разгончика я сейчас вот эту вот историю подмучу, и мы откроем кейсик, который я купил за 100 рублей. Давай больше здесь я поставлю, посмотрим, вообще чувствую я сегодня игру. Я чувствую сегодня чуть-чуть игру, у меня 8 мульонов. Ну, я вообще лямчик хотел поднять. Понял, ну ладно, собственно, давай вырубать вот эту вот историю. Я поставлю один раз один лямчик просто, ну типа, почему бы и да. Посмотрим, что из этого всего получится у нас с тобой. И вообще получится ли что-либо. Я думаю, что здесь будет меньше. 121 большое достаточно число. Типа, ну конечно же нет. Давай еще раз. Давай еще раз. Ну хотя бы обратно поднять ту сумму. Вот такая вот замануха, да, у нас получается жестко. Давай я больше поставлю. Посмотрим, что из этого получится из всего дела. Ничего не получается из этого из всего дела. По-хорошему бы отдельную серию, знаешь, потом фоказику подмутить. Вот если я сейчас проигрываю, то мы просто уходим. Я не вижу никакого другого варианта, потому что, да, дичь, нет. Спасибо, слил я вот эти деньги, и ну его нафиг. Так, давай сейчас, собственно, я сейчас что сделаю? Я сейчас пойду на выход из казика. Пойду на выход из казика, и что я сделаю далее? Далее я сейчас возьму, вот сюда вот встану, зайду в инвентарчик, конечно же, почему бы и да. Мы прокрутим вниз. У меня еще шишки здесь остались. Вообще валюта там старая-старая. Ну, кстати, в инвентаре, ты знаешь, чего я не вижу? Кстати, а что они отдельные шишки? Я не вижу вот этих... О, бургер, замечательно. Кушаем, кушаем. Шавуху тоже кушаю, почему бы и да. Я не вижу здесь вот этой вот валюты, которая... эти сердечки. Это же валюта, да, по идее? Или что? Ну, я так понял, что раз уж ивент уже закончился, соответственно, я с ним опоздал. Ну, печальная история. Ладно. Давай откроем успешный кейс. Не знаю, какой, что здесь из успешного может быть. Ну, поехали, собственно. Класс. Мы сейчас просрали 3 ляма. Мы не успели на ивент, связанный с 14 февраля. И получили 7000 из кейса. Я считаю, что это достаточно успешная серия. Ну, понимаешь, типа, путь к успеху, он тернистый. То есть ты можешь как бы где-то спотыкнуться, где-то упасть, все такое. Но ты всегда должен помнить, что... Тот, кто падает, должен уметь вставать. Ауф, выкатываем со дворов. Ладно, это была первая серия по матрешке за очень приличный промежуток времени. Я надеюсь, что ты меня поддержишь, лайкосик поставишь. И мы на этом будем заканчивать. Если что, то мы не Крауль говнеси непосредственно на этом сервере. И играю я на 5-м сервачке. А мы с тобой увидимся уже совсем скоро, я надеюсь. F9.